Поэтому как бомб отбивать и магии, там надо будет очень внимательно слушать. Будем по команде давать фроснову. Допустим, я первый, Джиндоу второй, Орегано третий. И вот так вот по кругу. Амнисти четвертая. Да. Да, у меня есть на паладине. Ну да. Хламоботах хватает за глаза, там все нормально. Ну, быстрый урон какой-то нужен, быстрый точечный урон. Может, более у нас Еще у тебя боль нормальная штука, она мало дамажит и без дождь. Давайте бафаемся, погнали. да. Ну, стрелу пока ты кастишь, его уже убьют, наверное. Там что не хватает, погнали уже. А мне здесь что-то не резается. Метаморфозу прожимаешь, жертвенный костер, и все отлично. Я подойду, я в туалет просто отошел. Ну пока без. Да, вот ты сейчас со всеми вместе подбиваешь босса до 75%. Я знаю. А, это ты, окей. Нормально, прикольно. Так, ну действительно, за час 40 25 герц носить уже как-то, ну, надо что-то новое, вызов какой-то. Надо выбирать мага. Я подниму его. Бил прям вообще. Ну, блять, Вайт, у нас только я там, туда, потому что я не под фиром. Все, бомботов можете не трогать, главное хламоботов. Рано подбивайте, ребят. Там толпа бежит. Иди прямо перпендикулярно центру, слышишь? Не иди к лестнице. Я замедлил и замедлил. Назад иди. Назад иди. Да. Бумботов насрать, главное хламоботы. Под боссом контроль тех. Теперь бумботы пофигу, главное хламоботы. Все нормально.
А, уже процентов, да. Все. Там Frost Nova, короче, кто спереди тут бежит. Вот я приморозил. Остальных сами. Друиды вихрь кидаете. В хламоботов. Ох, там все. Что-то он не то наделал. Через толпу повел. Вправо, вправо веди. Дам фростного. Да, если стоя, метки поставлю на бомбодов. На Эмми. Я думаю, что шапашки могут уже начинать убивать этих хламоботов. На 30 там. Бомбодов нельзя трогать, хламоботов вам. Еще 10%. Что ты так боишься-то? 10%. Куч нельзя переводить. Вот все, в центре морозим, не даем вперед пройти. Вот, хорошо. Следующий я с Фростного кину. Следующий я, вот тут спереди. Замедляйте. В центре морозьте, я пошел на свою кучу. В центре дам через 3 секунды фрост на вулу. Так, отлично. Хороший угол выбрал. Вот этих вот спереди замедлю. Отведи подальше. Сейчас. 3 секунды. Все, я тут. Фрост снова дал. Все, беги. Замедляем, подбиваем до 50-40% хламоботов и закручиваем. В кольцо льда кидаем только когда они близко к боссу. Вот как сейчас, например. И каждая ДДшка все меточки, ой, бомботов ищет. И тыкайте запомнить цель. Вот все, так и закручиваем. Замедляйте, главное, наперед кидайте замедло. Так и закручиваем, отлично идем. И потихоньку надо в одну точечку сводить, начинать уже. Так, во-во-во, хорошо закручиваем, замедляем дальше, фростного не кидаем. Подальше, босса, ты что делаешь? Покинул фростного. Дай таунт, дай. Все, отлично, закручиваем. Подальше закручиваю. Фростнову не кидайте, нельзя. Только если они очень рядом с боссом. Дальше уведи, дальше. Там Фростнову. Короче, есть протовар, нет? Надо, чтобы он масс таунт нажал и бомботов на себя сагрил. Все, и за хламоботами бегаешь.
Я дал таунт. Да, просто замедляем. Просто замедляем. Конус холода там. Да, 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 да. Надо в одну точку свести. Давайте, пробуйте. Время пока еще есть. Две минуты еще есть. Вопрос снова. Вопрос снова. Босса не пейте, вот сейчас... блядь. Бомботы есть в центре, можно не убьют босса. Не бейте, не бейте, не бейте босса. Сейчас вот кидайте фроснову в центр, кидайте. Выбирайте бомботов. Следующий фроснову кидает маг какой-то. Говорите ник и кидайте. Я дам через 2 секунды. Фроснову дам. Все, все. Добивайте босса. Это нормальная хуйня. Я зайду кем надо. Кем надо, шаманом? Дай плечи папиросе, дай, пожалуйста, одни. Пойду покурю, пока вой. Давай мне для коррекции. А, я фантом был. Кем заходить на слезы там, ШП СЛА? Ты состав собирай, я потом заведу под конец, если надо было. Я не зашел, не так. Слава, отойду на кухню, у меня там рожки варятся, сейчас подойду. Минуты 2-3 не будет. Аккуратно лучше притяжкой сбоку выкинь. Идти хорошо. Ты сохрани его себе.
Ты тогда до магеров бери хорош, если столько хилов делаешь. Давай я заберу. Тут он лимон, у нее этот волонер. Альпич. Подожди, у тебя три танка есть? Не знаю, вот если ты, например, возьмешь кота, то его сразу четырем фуриком и роги повысишь сильно ДПС. Получилось! Нам удалось опередить Алгалона. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? Не знаю, я могу. Я, видимо, хилом буду. Запуск планетарного анализа Азерота. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. И это, не выбирайте в цель босса сейчас, а то спулите случайно. Всем еще раз привет. Необходимо пересоздать. Я запускаю систему. Там уже фул вас и спрашивает. Зоны поражения. Не вмешивайтесь. Так плохо. Меня позовите. Алло, да. Да все. Может, он локом? Это у кого надо? Что вы думаете, потом зайду кем-то? Не надо бояться. Но главное, давайте где-то 3 секунды между взрывами, и нормально будет. Так, чё, как мне врываться? Пусть он идёт. Могу заменить кого-то на этого босса, я не знаю. Я думаю, все рады будут в черную дырку забежать.
Ну пробуйте так, если все нормалек. Давай я сейчас со второго трая сделаю, слился, да? Да, в прошлый раз пытались их сделать, там Олег первый умер, помните? А сейчас Слава умрет, да? Да, а то Войт там сомневается, все в ком-то. Главное, не взорвите Кару и Касс со Звезди в одно время, иначе шотнет челика. Ничего вы не сможете сделать. Лично в хила там в ДЦ или в хапала и башит. Ну, в первого по хилу. Как созвездия появились, сразу внимание. Обращайте на это. Да-да-да. Да, Славик, я в Питер переехал, прикинь, у меня с интернетом проблемы будут. А, присунул. Надеюсь, все нормалек был. Дайте лапку, пожалуйста. А за звезды есть ответственные или все подряд бьют? Сзади босса куча мест. ЧП туда могут спокойно встать и хилить. Войт, мне что, заходить в порталы? Я знаю. Ну все. Я тут. Запускай, запускай. Я тут. Что, все? Только не пуляйте, подожди. Вот тебя Англив спрашивает. Слышишь, тебя Англив спрашивает. Я один их не заведу, он, видимо, не понимает, что ему надо сделать. Объясни. Все, пулем. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны.
Пантеон получит сообщение от наблюдателя. Надо сейчас от босса отойти к стеночке. Далеко всем, кроме танка. Дальше к стеночке. Так, аж не одновременно. Там. Я располнаю. До спанка так же. Никит, забирай. Никит. Со звезде кастуют. Не разбейте звезду, блядь, в одно время. Папиросы. Твой гимн на ХП? Кара. Кара, разошлись. У звезды лоха П. У звезды лоха П. Там в гарнизоне отойдите. Не разбивайте, созвездия кастуют. Созвездия кастуют, подожди. Сначала кара будет. Кара. Все, да. Давайте босса заберите. А кикни Роджера, покинь тело с инста, Роджер, выйди. Кара. Ну, сорвал просто агро. Да мне 4 стака, забери, Никит. Че, покиньте тело, я не знаю, кикните их с рейда пока. Давайте попробуем. Джанси, покинь тело тоже, может, кто-то считает. Джанси, да, Роджер, покиньте тело. Ну, типа, а чего провалено по ачивменту? Вы можете там, не знаю, что это делать. Я видел. Да сейчас еленько. Дворцов. Их жители гибли, не успев издать ни звука.
Я был свидетелем того, как галактики рождались и умирали в мгновение. Никто читать не умеет, блять, по этому басроманскому языку. Холодным и безразличным. А, он, наверное, зашел раньше, рано, и вышел, может, его выкинул раньше. Триллионы загубленных судеб. Неужели все они были... Что-то мне надо или сколько кому-то выступить там? С нами, Ваня, свой любимый инж, что-то пожарного там изгоняет все дела. Все, пусть дальше Орегано идет. Только я не понял все равно, как Роджер сдох. Победителями тогда, когда идеальные создания титанов оказываются бессильны. Роджер, ты тут в РК? Скажи, что там случилось? Может, не в себе дело? Вспомни вот второй раз, когда в черную дыру заходили. Может, ты провалился случайно в черную дыру до команды, нет? Случайно. А, у тебя же мувик остался, посмотреть надо было, да? Так он же в этом. Судьба не тревожит, Бронсон. Если сигнал не будет передан вовремя... Не, его, наверное, просто его раньше выкинуло, и все. Спасай свой мир. Может, во время или там перед карой еще впрыгнул, когда разбили, и как раз когда начал оставаться суровый, вышел, когда все зашли. Хотя, по идее, хрен его знает, потому что он сдох уже под конец наших порталов, когда мы уже там на выход должны были идти. Слайк, давай Малгейма сделаем. Малгейма. Ну, да, я вместо Орегано. Он же там идет. Орегано, вари. Давай Малгейма, действительно. Славик, блядь, я ФКшить, наверное, часто буду, потому что кушать готовлю. Все, весь день в инстах просидел с вами, блядь, ничего не приготовил. Не готовлю. Ну, плюс у меня... Это будет время. А, окей. Реквесты. А почему у него? 86. Так я его уже взял. Сейчас, секунду, я выкину. Славик, кого Англия держит?
Серёга, слышал? Средняя. Да, да, ты средняя. Олег их по-другому называет. Нет, Рисия, Филипец и Сендер. Кто бы вы ни были, жалкие бродяги или великие герои, вы всего лишь смертные. Маленький, это Сендер. А, Филипец. Да не, Филипец же высокий. Маги могут украсть щит, нет? Будет потом еще одна зеленая лужа, так что будьте готовы. Он не работает. Сейчас будет зеленый, там, ну я не знаю когда. Лучше рассоситесь. Дай сахар. Да, помогу. Дам херню наносит про них. Фласка песня. Какая-то лужа, наверное, была. Вой, это пожарный будет? Так, я тут и сучу. С Калагарном с вами. Кошка тоже, наверное, с вами. Там сначала надо правую руку разбить, чтобы бессмертие делать. Не, она просто не этот, когда хватает, она не отпускает, она у нас не работает, она все равно убивает. Поэтому надо правую руку сразу разбить.
Суммоните, суммоните меня, Калдропедро. Я тут с вами. Пришествие, пальцы дай. Суммоните? Ага, все, я с вами, я гол. Я в танке? А или в танке? Да. Да. Я после калка. Дерз дать. Будет у тебя пять бед. Ну бафа нет. Кафе. Прерывают. Забери ДК, забери из бикини. Ну, давай нельзя. Давай 9 жизней. У меня нет. Только ну убейте, ладно. У кого больше хп. Их надо одновременно слить, иначе берса будут по ваншоту. Подымитесь, подымитесь. Задача заканчивается, чудо. Одновременно сливайте. Трэш вообще без разницы. Они умирают, потому что мы мобов наверх вели, они уже бить начали. У меня фурика?
Только вы в рейде их не убиваете. Пойду позвоню, она там шастает, блядь. Не ори, блядь. Это Валя. Чисто СССРовская такая. Женщина боевая. Голая. Кстати, антифир дал на аэротурмале. Зачем вы бьете босса? Вообще не бьете. Вообще не бьете. Какая разница? Лёш, не 1 миллион, блин. Сейчас сразу отрубляйся. Пусть год. Поднять его или не надо после? Кстати, попробуй в этот. Сейчас покажу вот сюда. Чтобы тот уже был. Не бейте босса. Вообще не бейте.
Так, 4, да? Это по количеству луж можешь посчитать. Не бейте босса, блядь. Маны, поляна. Маны, поляна, пожалуйста. Гин-гин поел. Спасибо. 6-3 еще. Нет, еще вот это, еще это. Да. Но все равно 400, блин, кто бьет? Хочешь могу скинуть видос, как мы убивали в 13-м году лича? Эйден, ты в ВРК? Нет. Да.
хилы, что ли? Не, хилов сейчас пойдут и перебьют. Сугроб называется Войт. Червячком бьют. Мы делаем бегать или мы делаем лыжи? Да, и на пули выйти там. Джаспанк, на пули выйти пока, да? Танка, чтобы без смерти сделать. Там опять грязь зацепили, трэш. Блять, что слепые? Здорово, пацаны. Здорово. Чё, не выебали сейчас, Саш? Не, две игры сыграл, выиграл. Не, я про то, что на РТ на Вармейн там опоздал. А, бля, не получил, короче, ИП за приход, понял? 500 ИП за приход. Кинули на ИП. Ну ладно, хуй с ним. Чё, вы на ком уже? Погода там вар бежит еще. Находил йога бить, наверное. Йога. Да, Дим. 4 стака на мне было. Да там Эйдена ПК что-то уже провалили. Очень легко сорвать игру. Беги, малышка, беги! Диспенс. Эти танки хорошо сейчас. Танки хорошо. Thank you.
какого хера мне не засчитывать то, чего, блядь? Это Мейден, наверное, не успел. А, стоп, это не Синто, я просто, простите, не туральнул. Нет, понимаете, здесь, когда вы встаете в эти лучи света, они увеличивают вашу скорость атаки, там, по-моему, в два раза. И вы начинаете очень жестко набирать огарок у реки. Вам надо стопать.